У каждого человека есть множество самых разных привычек. Некоторые из них совершенно безобидные, очень милые, и они нам даже нравятся, потому что они придают уникальность нашей личности и делают нас теми, кто мы есть. Но есть такие привычки, которые нас очень сильно раздражают. Они нам не нравятся, мы хотели бы вообще избавиться от них, потому что они очень сильно тормозят наше продвижение к успеху и ограничивают наши возможности. Например, задумывались ли вы о том, почему вы иногда так радостно, с интересом начинаете какое-то новое дело, но потом ваш энтузиазм очень быстро снижается, и вы бросаете начатое, не доведя его даже до какого-то значимого результата? Почему вы откладываете на потом даже какие-то значимые для вас дела, хотя совершенно ничто не мешает начать их делать прямо сегодня? Откуда берутся ваши лень, сомнения, разочарования, страх неудачи? Почему я опаздываю на встречи, порой даже важные? И вообще, почему так тяжело себя дисциплинировать? Почему порой я ем, даже если я не очень сильно голоден? Но особенно, если я собираюсь похудеть и создать фигуру своей мечты. Или, например, почему я так много помогаю другим людям, даже тем, которые мне не очень-то симпатичны? Когнитивная психология утверждает, что ответы на все эти «почему» находятся у нас вот здесь. И вы запросто можете изменить любые свои привычки, если измените свой образ мышления. Наша новая рубрика «От чего и почему» говорит вам, откуда растут ноги и что лежит в корне всех этих неприятных привычек, которые вам так сильно не нравятся. Четкое понимание, почему вы так делаете и откуда берутся все ваши привычки, это уже первый и очень важный шаг к вашему развитию и вашему успеху. Но мы на этом не останавливаемся, мы делаем следующий шаг и даем вам конкретные практические рекомендации, с помощью которых вы уже сегодня можете начать изменять вашу жизнь. Подписывайтесь на наш канал и смотрите нашу новую рубрику «От чего и почему». Свежие выпуски каждую неделю.